Ну а в Красноярске другие новости. Авария с летающим авто поставила в тупик даже дорожных полицейских. Вот фотографии с места ДТП. Произошло все на Щорса в воскресенье в 8 утра, говорят инспекторы. То ли не видел водитель ограждения, а оно, как утверждают коммунальщики, тут было. То ли решил перемахнуть через канаву, неизвестно. Не получилось. Шофер сбежал, но был еще и пассажир, у него ушибы. Кстати, разбитая иномарка простояла на теплосетях до вечера. Полицейские сейчас разыскивают владелицу машины. Это женщина, но была ли она за рулем, непонятно. Кстати, не исключено, что виновнику придется возмещать ущерб за приземление на трубопровод.